Одинцовские единороссы провели открытые уроки по соблюдению правил дорожного движения для первоклассников Перхушковской и Лесногородской школ. В формате викторины ребятам рассказали о том, как важно придерживаться довольно простых правил вблизи проезжей части и на пешеходных переходах. Партийцы также вручили детям световозвращающие браслеты и брелоки. Их можно закрепить на рюкзаках или на одежде и тем самым стать более заметными на дороге в темное время суток. Оба занятия прошли в рамках реализации проекта «Безопасные дороги».